открылся 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. 1956 год. Съезд КПСС проходил с 14 по 25 февраля. Никита Сергеевич Хрущев выступил на нем с докладом о культе личности и его последствиях. Через две недели, точнее 9 марта, советские войска расстреляли в Тбилиси участников мирной демонстрации против очернения Хрущевым памяти Сталина. 9 апреля 1989 года. Внутренние войска МВД при поддержке парашютно-десантного полка Советской армии разогнали мирный митинг у здания Верховного Совета в Тбилиси. От ударов саперных лопат и отравляющих газов погибли 20 человек. 18 из них были женщины и подростки. Без 20 приехали, значит, бронетранспортеры, значит, они освободили, значит, начальную этот, улицу расставили от машины, потом построили, значит, в двух рядах бронетранспортеры, за ними колоннами, значит, внутренних войск, которые были оснащены, значит, щитами, дубинками, бронежилетами. У всех было лопати. Не первая колонна, вторая колонна, когда построили, значит, десантники, у них было лопати. И до начала движения, значит, дали команду, значит, расчехлить лопати. Все они достали лопати из чехла и, значит, специальным шнурком привязали, значит, на правую руку и начали движение. Эти морбу докарли, так аз можно да лопати тес сам Федро. Дай ухвиру да сараквя, дай ампулу. И вдруг я увидела, что он напал на женщину и вот ударила в голову. Вот после этого, знаете, мне вытаскивали мальчики, и вот потом я потеряла сознание. И больше я вам ничего не могу сказать. Мы выдали кенарустову лицен, сайдан, тавидан дайцкую, спойлапери, магму выкидцы. Вот да, чем цин гогу, если мухтару, чё ну кан моду юдит. Да, и рогур цакаги нишны калюбс, у кану хоридит. А у вишуребдит калюбс, кей. Рой кар мухтары консхвертли калюбис мемазда. Уканукару выходит, кого дарча цен. Да из Гогору дарча могу моменте мы выведи. Я могу гостару, метки ашечеху сам хедруеб, всеми там пары бит модиод не да дубинке бит. Там го гозу мовки дек, ак хели мовки дек, да укан дал цен, ром метки ар мок дес, метки шен. Да андрос уку меше вече хецен сам хедруеб. Да ты то не се митхал, ну что сука свободу захотело, да, ну кое мы вела песу и галвизам дек, да. Сам же зукши гадам отка, да, укрыл мокта кепаш, тавши. Ну, это случилось так ночью 4 часа, как они ворвались. Когда я зашла к дому, там, наверное, было на метра 500-600, так на третьем этаже они... До третьего этажа? Да, до третьего этажа они били трое. Они хотели, не хотели, но выгнали они. Обратно на улице. Наверное, они хотели нас убить на улице. Вспоминает вдова академика Андрея Сахарова, известная правозащитница Елена Боннер. У нас есть фотографии вообще. Мы с врачами и с родственниками в больнице. И мы прямо из больницы звонили в американское посольство в Москву послу Матлоку, которого просили, во-первых, узнать химический состав этого газа, который применяли, и дать нам телефоны врачей без границ. Мы звонили в Бостон и договаривались о том, чтобы они приехали. И они приезжали. Уже вернувшись в Москву,
Мы ездили в дивизию Дзержинского и пытались выяснить, кто отдавал приказ об этой расправе, так скажем, на площади. Из выяснений ничего не получилось. И даже когда Патиашвили выступал уже на съезде, тоже мы не поняли, он ли отдал приказ, военные ли отдали приказ. Все непонятно было. Неотвратимого возмездия требует не только справедливость, но и человеческая совесть. Нет сомнения, виновники предстанут перед законом и понесут строжайшее наказание. Трудящиеся города почтили сегодня память погибших минутой молчания. В Тбилиси для участия в траурной манифестации прибыли делегации из разных городов республики и братской Армении. В эти минуты в кафедральном соборе Сиони католикос-патриарх всея Грузии Илья II проводит поминальную службу по погибшим.